Здравствуйте, дорогие девушки. Меня зовут Жанна Санджак, я визажист. Я люблю ходить в театры. Кто еще любит ходить в театры, напишите, пожалуйста. И когда я прихожу в театр, для меня, вы знаете, с одной стороны, это потрясающее зрелище посмотреть на красивых людей, красиво одетых, а с другой стороны, это в какой-то степени эстетический шок. Иногда люди приходят туда, как будто бы вот они шли выносить мусор и по дороге решили, а почему бы не зайти в театр? И вот поверьте, вы уж извините, пожалуйста, но такое количество немытых волос можно увидеть только в театре. И у меня вопрос. Вы же знаете, что такое театр, да? Вы прекрасно понимаете, что, как правило, туда люди наряжаются. Это как раз то место, куда можно надеть красивые украшения, красивые наряды и продефилировать по театру, походить там, пофотографироваться, понаблюдать за другими красивыми людьми. Ну, то есть вот именно такое получить удовольствие. И что многие люди делают, вообще даже не понимают, какие правила есть в театре, а, кстати, они прописаны, вы просто зайдите в интернет и прочитайте правила дресс-кода, что можно, что нельзя. Нельзя в жеваных джинсах, нельзя в спортивной обуви, нельзя в мятых майках, футболках и так далее. Ну и где еще наряжаться, как не в театр? Я понимаю, что многие могут работать и, знаете, там, ой, вы знаете, Жанна, вот после работы еще бежать переодеваться, согласна. Я хочу показать вам просто буквально пару образов и некоторые лайфхаки, что можно сделать для того, чтобы образ был нарядный, даже если вы после работы или в таком, скажем, полуспортивном стиле. Я понимаю, у нас у каждой там есть какие-то свои особенности и предпочтения в одежде. И, допустим, первый вариант, вы работаете в каком-то месте, где вы носите костюм. Это очень здорово. И вот вы можете в этом же костюме пойти и в театр, но сделать образ более нарядный. При этом вам нужно всего лишь взять с собой дополнительную красивую сумочку или украшение, которое сразу же сделает образ вечерним. Это же легко? Легко. Давайте покажу. У вас костюм, какие-то достаточно лаконичные, скромные украшения. Меняем их на более торжественные, нарядные, красивые. И посмотрите, у вас уже сразу образ становится более такой прям вечерний, гламурный, сверкающий. Если в течение дня вы ходили с большой сумкой, в которой у вас помещаются рабочие документы, может быть, ноутбук, еще что-нибудь, то туда, в принципе, можно и для этого вечера взять с собой вот такую аккуратную сумочку. Или вы можете эту сумку оставить на работе, например, а с собой уже взять более нарядную. Нарядная сумочка, которая очень хорошо сочетается с вашими уже нарядными аксессуарами, будет в дополнение давать как раз красивое сияние. И вот вы такая вот нарядненькая, буквально маленькая сумочка, аккуратная, красивое украшение. Обувь, она на каблуке, но при этом низкий каблук, что очень комфортно. И когда у вас есть красиво сидящий на вас костюм, пускай будет невысокий каблук, но вот эти вот нарядные атрибуты, может быть, еще и браслет, или, может быть, вам нравятся украшения, которые будут здесь украшать ваше декольте, кому что больше нравится. Но это очень удобно, и вот у вас уже получается красивый вечерний образ. Кто-то, возможно, скажет, ой, я вот это все люстры на ушах не ношу, мне это не нравится, костюмы я тоже не ношу, я предпочитаю такой более спортивный стиль. Да? Есть такие девушки? Наверняка есть. Хорошо, надо тогда ваш такой образ, который в стиле casual повседневный, может быть, даже полуспортивный, сделать более нарядным. Это тоже легко. Представьте, кожаный красный костюм брючный или шифоновое красное платье. Есть разница? Есть разница. Так вот, у цвета есть немножко, как бы сказать, вес, форма, линия. И поэтому одна и та же помада, например, на разных девушках будет смотреться по-разному. Соответственно, нам нужно выбрать под свой цветоколорит грамотный макияж, понимать, какие стили в одежде нам больше подходят, какие фактуры, какие принты. Вот это все подробно мы будем с вами изучать. Поэтому, когда вы придете в магазин, вы уже будете четко знать, что мне вот это, вот это, вот это не подходит. Я даже не рассматриваю эти фактуры, эти цвета. А вот эти цвета, они мне больше подойдут. И после этого вы будете понимать,
что вам убирать. Вы экономите время в магазине, вы экономите деньги, вы не покупаете те вещи, которые вам не подходят. Вы сможете пересмотреть свой гардероб и убрать те вещи, которые вас не омолаживают. Так что я вас всех жду на неделе колорита, будет очень интересно. Я вам просто открою новую вселенную, и вы посмотрите на себя в зеркало абсолютно другими глазами, молодыми и счастливыми. Спасибо вам за внимание и до встречи на неделе по цвету колорита. Вот вы целый день бегали по городу в кроссовках, в таком практически спортивном образе, футболка, брюки, большая сумка для каких-то, может быть, там покупок и так далее. Вот вы такая вся мобильная, туда-сюда бегали. Я тоже так часто хожу. И тут я понимаю, что вечером мне нужно будет идти в театр. Что можно сделать? Можно вот этот полуспортивный образ сделать более вечерним. Это тоже элементарно. Достаточно просто поменять обувь. То есть здесь как раз хорошо бы на вечер взять каблучки, которые сделают сразу более интересный и нарядный образ. То есть меняем кроссовки на каблуки. Это первый вариант. Так, кроссовочки в сумку. Сумку сдаем в гардероб. И вот уже просто за счет того, что каблуки, сразу градус торжественности повышается. И еще один нюанс. Нет, не один. Вот такую можно взять брошь в виде цветка и сделать красивый яркий акцент, который, опять же, еще больше придаст градус торжественности. Футболку меняем немножечко ее по линии подола. Делаем такой слегка завышенный с одной стороны край. Таким образом появляется диагональ. Сразу смотрится более утонченная и женственная фигура. И, конечно же, добавляем немножечко акцента в макияж. Выбираю такого же плана блеск. Делаю губы поярче. И посмотрите, сразу появился такой контраст в образе. Появилась нарядность. При этом ничего сложного. И, пожалуйста, поймите голову перед тем, как пойдете в театр. Хотя бы с утра. Вот, таким образом получается, что я выгляжу уже более торжественно. Хотя, в общем-то, очень спокойный образ. Согласитесь, это несложно. Поэтому давайте все-таки уважать друг друга, уважать артиста. Да, сам театр, он, конечно, готовится к встрече гостей. Это красивые интерьеры, артисты все в красивых костюмах. Да, и мы такие тоже нарядные пришли, вот проявили дань уважения к театру, к артистам и показали себя во всей красе. Я думаю, что это несложно, и такие вот приемчики может использовать практически каждая девушка. Скажите, пожалуйста, какой вам образ понравился больше, что вам ближе? Спасибо за внимание, до новых встреч!